Так, всем привет. Это квартира на сутки в городе Пинск. Вот входная дверь. Квартирка с новым ремонтом. Заходим. Пусть вещи мои. И вешалочки есть. Вот такая вот комната. Телевизор, диванчик. Вот такая у нас карта. Симпатичная. Вот, собственно, сама кровать. Так, 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 так. Смотрим. Картины висят. Все стильненько. Это у нас кухня. Столик. Холодильник, микроволновка, плита старая, газовая. Чайник. Смотрим, что у нас тут интересное есть. Так, даже кофе. Даже кофе. Даже чай. Здорово. Посуда. Соль, сахар. Микроволновочка. Вот такой вот вид из окна. Центр города. Так, смотрим, что по приборам у нас есть. Ножики есть. Все, что надо, есть. Нормально. Так, санузел. У нас душевая кабинка. Вот такой вот скромный умывальничек. Зеркало. Мыло. Есть у нас и стиральная машина. В принципе, неплохо. Кому понравилась эта квартира, ставьте свои лайки. Пишите комментарии. Так, темных штор нет. Это минус. Люблю, когда в квартире есть темные шторы. Балкон на балконе. Можно... Ух ты! Можно курить. Осталось разобраться, как сюда попасть. Вот такой вот балкончик, столик, стульчики, баночка. А-ля пепельница. Вот с таким вот видом. На город. Вполне неплохо. Дождя одни, да. Скромно, но терпимо. Кому понравилась эта квартира, ставьте лайки. Может, и здесь кто уже снимал эту квартиру. Пишите свои отзывы, комментарии. Увидимся в следующем городе. Всем пока.